Сейчас, 23 февраля, мы отмечаем День защитника Отечества, который раньше назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы поздравляем всех мужчин, поскольку все они наши защитники. Вот, пожалуй, и все, что большинство людей знают относительно истории этого праздника. Но при желании информацию найти несложно. Так обратимся же к истории. Истоки праздника следует искать в 1918 году, поскольку именно в этот год были подписаны декреты о создании рабоче-крестьянской Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного Флота. Однако ни один из этих декретов не был подписан 23 февраля, поскольку Красная Армия была создана 28 января, а флот 11 февраля. Однако в 1922 году выходит указ о торжественном праздновании 23 февраля, 4-й годовщины рождения Красной Армии. И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечается большой всенародный праздник. Начиная с 1946 года, праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но уже в 2002 переименовывается, и 23 февраля начинает именоваться просто Днем Защитника Отечества и с того времени становится официальным выходным.